Ой, ты что там вот машину скрываешь? Да, не хилили вообще. На кого толдорама напал? Глупые смертные! Думали, что одолели нас? Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Лаксанан был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. И прольется кровь. Сделала меня неуязвимым.
даже не понял, что на мне шарик. Демон Рейзер, подойди чуть к Рейду. Приснить? Чем бой? А, еще не убили. Ну, у меня на ходе 300, ну, если что, ну, я только начал одевать, у меня еще шмота нету. Не, как нового, я ж только начал одевать его. Сейчас. Дайте бафу по локу, пожалуйста. Я квесту делать ему. Это каску, дайте локу. Слышишь, Слава, не начинайте.
Не начинай. Не начинай, я квест уже почти взяла. А у меня сумма тут уже есть. Ну, это ничего. Ша-ша. Подсек. Ща. О, там квест был. Сейчас я быстро сбегаю, пацаны, подождите, две минутки. Ладно, не буду. Заливайте туман. Только друидов. Я вообще говорю. Тут, давай. Трихела, что ли? Наследь. Ну, блять, хоть бы кто-нибудь эфир дал, пиздец. Дайте рост. Ну. В смысле, три нуба села, иди нахуй. Вот этот супер дру нормальный еще. Да не, слабо чуть. Ты моего шамана не трогай там, ладно? Да вы только мувики на канале, Вайда. Ну, сбегитесь, чё вы совсем тупые. МД, пробеги, блять, милизону, МД. У тебя не каешь. Красавчик. Это заклинание еще не готово. Какая жалость. Вот как. Вам такое. Нет, какая жалость. У тебя не получается.
Продайте же! Какая жалость! Что бьете? Как не-то бьете. Из-за чего сейчас все возьмались? Вспомните историю! А, сейчас так кинулся на меня, на Милика и на рейнджевика. Я бегу в рейндж, Милик стоит, я подбегаю назад к Миле, РДД стоит. Я между ними бегаю, как дурачок, а они стоят на одном месте. У некоторых Миликов есть ебанутая привычка, если кинулась на два Милика и мага где-то, то они думают, что маг должен к ним подбежать. А покажите с этим сапсорбом. Но нет, сапсорбом. Не, ну вообще, если кинулась на два милика и на мага, то профить не могу, просто блинкнулся и все. Кральки, смотри, 20к почти. А маг будет думать, будет профитно, блядь, чтоб милики ко мне там чаржили. Два милика бегут сначала к РБД, а потом бегут назад в босса, кирают время. Из-за того, что за одну секунду маг блинкнулся. Ну, я, допустим, ну, так просто сказал маг, но если это ШП или лок там какой-то, все равно милики стоят и думают, что должен он к ним бежать, а не просто, чтобы сбежать вниз. Понимаешь, Саня, если бы хотя бы один затупил, двое из них могли прибежать. Правильно. Там затупило двое на том пакте. Да, один сделал мили, один сделал рейнджи. Там лок, упал. Ягера бы с вами захилили, там у всех хир был. И вкусняшки всякие. И хилим. Давай, это, не будешь шутить шаманом играть, ладно, Сав? Зайди и похиль сам туда. Я не знаю, как ну, блин, когда Олег релит, он говорит, дайте антифир там тому-то, тому-то. Это ничего не говорит, значит, пусть сам просит. Кто виноват, что он в луже сдох? Просто на себя. Рейндж наберите. Так, хилы здесь ни при чем. Нет, ни при чем здесь хилы. Пусть рейндж набирают, стоят в толпе возле хилов. Представляешь, антифир может на себя бросить и засперить все. Не знаю. По-моему, вайфлись из-за того, что пакт избегались. Хилы, там один сдох, правда. Нет, сдохи только один супер дро. А потом, Славик, как было? А потом пактом не сбежались, Милизону выкосило. С пактом не сбежались, мы из-за этого упали. Это не сказка, как было, тебе рассказывали. Ну да, полчаса с фактом стояли, хилы не захилили. Сколько там, один гейм. Пусть два приста поют, все присты поют. А можно, Слав, раздай друлям, пускай иннеры именно конкретно заливают. Там полноденная нету. Фулл металла. Я сел по мане. Слышь, Уайт, да забей. Неважно, добери этого ретрика. Видишь, там ухнулся пол. Но бейте тогда через взрыв парочка шипа. Может, мана будет просить сейчас к руси. Лес по друидам. Приставим каску, да, этот, крест дайте. Да забейте на крест. Два пал, пускай этот кулак всем даст. Ну, мана, дайте крест. Замес кулака.
Да, готов. Давай я вам тотем на ману поставлю, потому что походу именно это паладин и бафл крест. Это было неразумное решение. Ну Ягер, ну Левиэс, да. Серьезно? Как вам такое? Да он понял уже. Готовьтесь антифирхилы. Кресты. Да я сам на себя кинул, но мне все равно выжил. Начинаем представление. Геру. Вот и квест сделали. Хорошо. Успели. Две минуты осталось. Так, вот я отойду, мне надо отойти на 3 минуты.
Выманите их сюда, и мы вам поможем. Сейчас ставим, можно выключить? Вроде нет, ставим. Все, все, выключим. Войт. Войт, это Мараксус, я отойду себе походу Пять ману. Ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда. И служите мне. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза блеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Может быть, ты прав. Я оставлю, что ты сообщил Тириону. Пусть Фэл Кукувася слала ты мне, Серж, сам себе. Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили своими силами.
Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части тела. На ужихе. Дай кролики миг. А, и кинь в пятую тогда. Вместо лок. Давайте по часовой летать будем. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Огни слева. Есть какой-то макрос. Есть какой-то макрос переключаться быстро между мобами. Летим перед мордой. По часовой. Кстати, я один лагаю, как чёрт. Да. Блядь. Мойся. Перед мордой. Заебали тролли. Слева далеко огни. Часовой. Уже против летим часовой. Андрей, там может с нами летать? Давление слева. Под хвостом. Справа под давление. Под хвостом. Заливайте червей массами, когда толстые взрываются, заливайте их массами. Чего вы их не бьете? Еще один раз рост. Перед мордой.
нет. Огненная слева, наверху. Понятно, снова вверх такая, знаешь, как СС, когда лук вешает, такая же кукушка вверх. Столбик света. Там выйдите, раздувайте, скилите. Ебать, я лагаю. Три гена ХП присты. Кто жив? Руки паладины. Давление. Кролька, писай, кто там? У меня стоят. Нет, на маму. Поздняк уже. Было еще собрать. Слава, я отойду на время. Куку Вася. Я пошла. Друид с ним меня, я снизу лежу. Так, уже два хила отошли, что будет как в норме? 9 секунд, я встану, 9 секунд. Я встану, 9 секунд не могу. Спасибо большое. Блять, танка нет. Ивент еще не запустился. Вытащите трэш. Ну все, запустился. Mm-hmm.
Дайте гимна на хп, если шо. Нет. 200 дохлых. Хильте, можете байеры раздать. Как вы видите, то вы байерте. Ваня тут? Блин, книга рекаунт. 3-4 человека, не да? Ну, 5-6, там магия покашет. Я его думал, все. Да и все, остальные убьют. Слушай, я тебя надо побил, пока не помер. А теперь хилдинг они. Просто ты могу сказать, что двое только. Трое, блядь. Что-то выдохли. До хаба решил трэш привезти на дистанцию. А свалили, наконец-то тоже хил. Слан? Слан. Это там первый. Что? А, уже ушло. Ну, у тебя там что-то типа 17 или 18, как-то так. Навали? Не-не-не, слоны. Навали уже... А, есть, вот сейчас. Заберите моба нахуй. И тратить БР уже никуда. На босс оставьте. Мы в ТЛК 1 час и 49 минут. Никого не веди. Не веди. И так народами. Последний трэш остался. Там уже всех привели. Там уже все. И не, последние вот эти пауки.
Там вести некого, он всех привел. Теперь с Фареном буду магом ходить. И хантом. А еще и Вара качаю. А потом Рогу прокачаю. Ты будешь лучше перса. Роги такие скучные. Ты что, кто маг и шаман? Хотя, ура, потом за Рогу умеет играть. Да. Сережа, что там говорил? Я говорю, у тебя, у нее маг и шаман, так что рог для нее ни капли не скучный. Ну, а поинтереснее, чем рогом. А потом еще одного друида прокачаю. Или с альянс переведу. И будет у меня Феррал и Мишка. А потом удалишь всех. А потом тебе продам. Можно слона поставить?
Плати обновить. Ты иди к звездочке, слон. МД. Чё, чё, чё? К звездочке подойди. Охуеть ленивый. Я ем. Спасибо. У меня найдется все, что тебе надо.